Дорогие земляки, приближается праздник, всеми любимый с детства. Время радости, светлых надежд, исполнения желаний. Новогоднюю ночь с нетерпением ожидают в каждой семье. Это чудесное мгновение собирает всех вместе, самых близких людей. 2016 год был особенным для всех нас, плодотворным, творческим, юбилейным для Саратовской области. В год 80-летия нас всех сплотило чувство гордости за наш регион, богатый урожай тружеников села, успехи саратовцев, которые прославили нашу область на всю страну, яркие победы наших юных звезд. Хочу каждому из вас сказать спасибо за ваш труд и верность родной земле, за неравнодушие и стремление сделать нашу область лучше. Мы достойно продолжим историю побед наших родителей, дедушек и бабушек. Дорогие друзья, пусть в наступающем году сбудутся все ваши самые добрые мечты. Дети радуют успехами, будут здоровы родители. Пусть любовь, доброта и радость наполняют ваши дома. Мира вам, благополучия и счастья! С Новым годом!